There are a few moments it is easy to depart. Есть несколько моментов, когда легко быть в тишине. One is after eating. Первый момент – это после еды. After eating, there are food in the stomach. The blood comes to your stomach, not go to your brain, so it's difficult to sleep. This is why after eating usually not drive, because easy to sleep. После еды кровь приливает к желудку, и, соответственно, она отливает от мозга, и вам сложнее думать. И вот почему обычно после еды сразу не садятся за руль, можно заснуть. Another time is, when you go to sleep, you are sleepy very much. Другой момент – это когда вы отправляетесь спать, когда вы чувствуете себя очень сонным. And also easy. В этот момент также легко прийти в тихо. Certainly, these two cases is difficult because or you quickly go to sleep, or mostly it's you cannot meditate well and then go to sleep. И, конечно, в обоих этих случаях есть большая сложность, потому что по большей части вы просто быстро засыпаете, то есть вы не можете медитировать, да, и сразу сваливаетесь в сон. Another good time is also after physical training. Your body tired, and then you meditate, easy to be quiet. Второй момент – это после физической тренировки, когда ваше тело устало, и вы также легко приходите в состояние тихо. But the most, or the best time is that moment. You go outside or somewhere, you suddenly feel you want to meditate. Но лучший момент – это когда вы отправляетесь на природу или куда-то еще, и вдруг прям чувствуете, что хотите медитировать. Yeah. Always need to catch that moment. Нужно всегда ловить этот момент.